Всем привет, с вами Зерегдит, и сегодня мы наказываем читера-школьника. Представляете, все тот же Алишир. Мы его не уговариваем, чтобы он приоткрывал эти винлокеры, но просто мы его прикалываемся над ним. Начинаем. Алишир! Я тебе, короче, сейчас позвоню, ты мне демонстрацию покажи, окей? Алло? Сейчас мы ему позвоним, подождите. Алло, показывай демонстрацию. Антивирус удаляет игры. Что? Антивирус удаляет игры. Да блин, отключи антивирус, дурачок. Скидывается она. Скидывается. Он там закачался, нет? Алло. Я говорю, антивирус удалил его. А, блядь. Тебе надо, блин, этот сделать, понимаешь? Тебе надо антивирус отключать. Игру ж мы с интернета, блядь, качали. Мне Миха кидал. Игру с интернета-то качали. Угадай, с какого сайта? С моего сайта просто Миха туда добавил его, я скачал. Ну, на моем сайте вирусов нету, просто такой. Ты антивирус, главное, отключи и демонстрацию сейчас покажи, не бойся. Демонстрацию покажи, Алишир. Показываю. Так, окей. Ну, вынеси на рабочий стол и отключи антивирус. Антивирус отключил? Да. У тебя вас? Отключи его, знаешь, как это для перезагрузки компьютера, типа? Знаю, знаю. Чё? Да вы задолбали уже из этих приколов. Мудло. Ну, ты как бы видишь, да? Советую не нажимать разблокировать, потому что у тебя Windows полетит. Смотри, не хуй читерить, вы пойманы. Прочитай все, что написано там. Алишир, советую ничего такого не делать. Так что... А, слышь, алло. Ты никого не добавляй, Миха, окей? Угу. Ты видишь, что у него написано? Нет, не вижу. Демонстрация. А-а. Просто пощелка по экрану, там должна быть демонстрация показана. Темная такая только. Да не вижу, он... У него просто так это... У меня грузится. У него написано, короче, разблокировать и очистить. Да напиш... нажимай очистить, Алишир. Алишир, понимаешь? Алишир, долбоёб, знаешь, что он сделал? Чё? Алишир, ты дебил, видишь, у тебя только 3 цифры? Да. А что ты, Алишир, только что сделал? Я нажал очистить. Дебил. У тебя там сколько цифр ввода, ну, на клавиатуре? 2, 7, 6. А до девятки есть? Да. Алишир, знаешь, что сделай? Промяукай нам. Мяу. Вот так надо. Алишир, я тебе говорю, ты сейчас стопудняк будешь плакать, потому что смотри,
Миха, голос включился, пошел в жопу. Я зато видео снял, у меня есть все доказательства, что он читер и все. Давай, короче, отключаться. Нет, Ярик, не надо. Давай отключаться, да чё? Да не надо. Давай отключимся, чего? Пароль только я знаю. Да тихо, не надо, чё, Боря, зачем так жестоко? Да блин, ну пофиг. Слышишь, я, Алишин, кто у тебя дома? Зови бабушку. Ну еще раз зови бабушку, чё? Или все, ты перезапрыгнешь комнату, другой один локер, перезапрыгнул компьютер. Алишир, у тебя есть полчаса, чтобы там у нас выпросить пароль. У тебя только одна попытка. Если ты еще раз наберешься разблокировать, то твой комп в жопу будет. У тебя одна попытка осталась, Алишир. Там всего 3 попытки, ты уже 2 раза нажал разблокировать. Алишир. Ты живешь, бабушка, или мы отключаемся? И без одной попытки. Ай, похуй, давай отключаться, короче. Алишир, мы сейчас уйдем. Да, давай, так смотри. Не, Алишир, стой, не перезагружай, ты дебил, у тебя винда полетит. Это не шутка, винлокер, я тебе говорю, это винлокер уничтожитель. Алишир, лучше не делай, если ты, блин, это не хочешь, это без компа остаться. Я тебе советую не делать, Алишир. Тебе хуже будет, Алишир. Пацаны, скажите пароль, если вы хотите. Мы тебе пароль не скажем, а ты нас как лобо не бери. Ты зови бабушки, или мы отучаемся, и ты предупреждаешь комп, и тебе дай. Алишир, выбирай. Да не, мы нормально все будем. Мы нормально будем, да? Да, Ярик? Да. Почему? Да ладно, все, мы нормально будем, зови бабушку. А, что, тогда мы сейчас идем, и твой компьютер, Оля, вздыхает. Вздыхает? Да? Канаем. Алишир! Все, мы твой чат, это мой компьютер, пизда, да? Все, давай, удаляй его нахер из группы. Алишир, пока! Алишир! Алишир, ладно. Я могу, почему запустить дядю Жираж, не могу. А, потому что я тебе весь компьютер заблокировал. Так что, ладно, давай, все, пока. Алишир, я тебя отрубаю, и у тебя компьютер сгорает через... уже через 25 минут, так что я буду считать, пока мы с тобой будем в разговоре сидеть. У него винда полетит, долбоёб. Блять, сука, удаляй его нахуй из друзей, блокируй, блядь. Да? У него винда полетит, долбоёб. Это не шутка, я тебе говорю. А ты ему что, зелёный скинул? Я ему анонима скинул, аноним полностью весь компьютер блокирует.
Он и системный блок блокирует, нахуй, он все блокирует. Ну что ж, ну все видели демонстрацию. Всем спасибо за просмотр. С вами были Заярик Дит и Миха. Скайп этого школьника я сейчас вам покажу. Вот, это если вот Аликашер, Аликасер 1. Там тоже какой-то такой камикадзе. Там кого надо блокировать там. Давайте попробуем что-нибудь. Да, скидывайте нам в комментариях под видео. Мы можем это просто через кейлогер запустим ему и все. Ну, кого вы не любите, там это кому надо. Всем спасибо за просмотр, всем пока.